трансмогом, но вроде бы все в порядке. Ну, я бы какой-нибудь черный залепил, конечно, было бы постильнее. Слушай, Дон, я искал, нету, представляешь? На ханта, наверное, идея. Да, иди вот так бы. Невер, я хочу черный. Ну, я о том, что, типа, у нас 5 хилов, типа... Амелика, Виталий, Габор. Шаманов нету. Да как нет? Факин Мэтт, что на тебя шамана? Ну, Факин Мэтт, я видел этот... Ресторан. Я про 10% беспокоюсь. 10% из урона. Как ты разделишь этот... Типа сейчас хилов. Подожди, а спеллбаунд можно его на замену туда посадить, ну, и да. В субботу, если он пойдет. Конечно, 2 хп. У нас 2 хп в гильдии. Я могу на замену до Торима. И 2 рейда. Не-не, спеллбаунд, если на замену, тогда уже на фул пол пойдешь. В любом случае, там перед тобой... Подожди, ну, до Торима у нас у Карнеса щита нету. Ты его не увидишь. А, не, у Карнеса, по-моему, 25-ки есть уже. А, у тебя какой-то более стильный, понятно. У меня такого нету. За миллиард голды? Вы же точно второй лиц собираете? Нет, за БГ. Ну, Войт говорил, что собирается собрать. Ну все, значит, давай, спеллбаун. Ты когда у вас будет? Не знаю, ты скажи нам. Я сейчас знаю, что ли. Слово делает Войт. Спеллбаун, ты идешь в субботу во льду? Короче, идешь в субботу во льду. Да не, сейчас типа просто, смотрите, сидите на замене сейчас, типа вам будет ЕП за замену, то есть после рейда все точно так же приходите. И если типа в какой-то момент там в субботу будет или мало людей гильдейских, что не будет ЕП, то вам уже будет ЕП. А если будет ЕП, то я вам просто поснимаю тем, кто уже полутал ЕП. Ты просто не начислишь. Ну, поснимаю, да. Все, короче, я заскринил 4 человека на замене. Сколько этих людей мы принимаем на замену после этого? Ну там, может, кто-то кто писал, что опоздает еще. Ты где там выбрал? Невер, вот это, дорогой. Где ты? Вот. Ух ты, у меня вот такое только есть. Бля, узор кого какой жесткий. Не, я не знаю, но мне вообще крит не нравится на сове. Что мы тут делаем, ребят? После, ну, кот трэш чистит. Давайте я привезу сразу весь трэш. Так я уже привез его весь. А, да? Где? Я не вижу. И вон он идет. Я за экспл-баунд. Вы можете, да, вы можете ливать с рейда, но только ну, или ну, сейчас, нет. Или уже я... никогда. Не, я кикну всех просто и все. Скрин сделал. Да. Ну, или сейчас, или никогда. Меня кикнули. Ну все получается, все кикнули. Странно, ну ладно. А кто у нас новенький сейчас в этом составе? Кого? Никого? Все этот? Все пожилые, блин. А где идеальный? Что с идеальным? Он на главхиле. А где его? Почему не в рейде? Ну, зайдет сейчас, наверное. А зачем этот донт на шамане, не понимаю. Сложно, блядь. Ну, чтобы у нас был Эршам. У нас идеальный был в рейде, а не его Эршам. Ну, у него же друид все-таки сильнее. Дон просто сейвит себя, чтобы ГПшку решили. Ну что, надо кому-нибудь место? А, не, наверное, я просто за ханта не полутаю ГПшку. Это очень просто решается этот вопрос. Вот да. Ну, я себе, чтоб ты знал, на шамана дал ГПшку, потому что у меня 3 созвездия выстрелило. Как только они появились, текстуры еще сверху. Я себе за это 100 ГП дал. Ну и что? Я бы дал 200. Ну вот, да.
Не пойму просто логики, но все равно. Хрипаты, лог, ток, год, непонятно, что ты говоришь. Сумон хочет. Он вроде написал, что лог и топ. Написал, что сумон. Нет, лог и топ он написал. Лог и топ сумон. Лог и год он написал. Видишь, лог, т, год. Подожди, дорогий Раш, а ты был в Ульде ХМ с нами? Ну да, типа... И на Алгалоне, на Мемероне ХМ? Да, конечно, у меня закрыто все с вами. Ну все нормально. Кометочка, давайте... Ну значит нету эти. Раз. Кометочка, у нас излука за рулем будет в печеньке. А у него будет сидеть, а на он босс и хрипатый. Рос будет за рулем в Луне. У него сидит Fucking Mac. Fucking Matt и Дорогий Rush. В квадратике за рулем у нас Фикси, у него сидит Вовбро и Валк. В метке разрушители без метки сидит Невер, у него Бутер будет таскать все время. В звездочку садится Зорки и Айнон. Айнон, куда мы садимся? В звездочку, ко мне давай. Идеального при Сумонте, он только зашел на дроби, да? И хрипатом. Ты в печеньку, по-моему. Кызука. Дорогий Раз, еще раз. Ты с Розом вроде бы, да? А ты в этом... Где-то в Луне. С ДКшкой на пару. А вайп в... Я сдался. Сломал Донта. Да. Я извиняюсь. А нет инфы, когда мы будем все 25-ки в один день? Не скоро. Так, а может сегодня сходим, кстати, на Луну после этой хуйни еще? Да нет, это полная хуйня. Типа, зачем вам делать РТ дольше 3 часов? Типа, вам в кайф сидеть здесь по 4 часа? А то и дольше. Ну, мы же на том РТ, блядь, не закрыли в первом времени. Ну, значит, на этом закроем. Теоне нужно? Ну, чтобы меньше было хоть в следующее, но слышно, это проходить. Вот тут плюсую. Не, мне, например, это удобно, лишние деньги экономятся. У меня не все дни онлайн. А есть у кого квест? Квест в Nexramas на этой неделе. Корнес, не пояснил, а что это за два бомжа перед тобой в ладере? Я откуда я знаю? Кто это? Ко мне может кто-то сесть. Если есть место. Я как минимум кто-то если один кого сидит, нету. Сидит не в этом. Ну, у меня никто не сидит. Каро, наверное, не знает, где ему место. Да, он писал. Ему я его не назначал. Давайте, что-то делать. Чем мы так долго стоим? Робос, поменяй утера и дай мне утера, либо дай мне просто лидера. Бля, не могу. А, могу, все. Слышь, Дон, там Ози за Хунтер еще, если что, появился. Ну и что? А, ну все. Что мне с этим делать? Зачем мне Хантер? Еще один. Все готовы? Да, давайте, запускаем, наконец-то, гуляйте. А, Колчедан такой. Разбили. Закидываем. Давай ускорение сразу. Дорогий Раш, нажми один раз ускорение, быстрее.
кто-то не знает, что такое ускорение, походу. Обновляемся так и садимся. Садитесь. Ну садись, Драгерат, быстрее. Дон перекинул, я умер. А кто у меня там? Айнен, садись. Молчи, да, ну. А, кто в мотоцикле? Звездочку сядьте. В мотоцикле двое, кому ты говоришь? Любому. Кто первый сядет? Я уже сейчас... сели. Да, понял. Залезешь катапульту по команде? Рос, подъедь поближе. Залазьте. Садись, дорогий раз, быстро. Шаманизм замерз. ГП. Ожидаю. Я только одного не понял, как меня умудрились обогнать на старте, если я первый стакал Кулчедан. Нифига. Хасты мало, быстрее тебе стакал. Да. Что там упал? Ой, осколок. О, сейчас самая быстрая рука на Диком Западе. А у нас... Видимо, у нас сейчас осколки идут, да, все? Да. После Корнеса кто в очереди? Идеальный. Понял, ясно. А мобов можно ж не бить, да, уже? Можно, кстати, этот, первых... Нет, кстати... Надо бить. В 25-ке надо бить, потому что может туда полететь этот заряд. А если он туда прилетит, то мобы побегут. Кому рецепт можно скинуть? Кого он еще не изучил? Да, тут боссы хотят утонуть. Нельзя. Утер тебе. Значит не утаем босс. Пиздец. Какой КД подряд уже? Да можно мне скинуть, у меня правда нет профы, она скинется? Нельзя тогда, да. В том-то и дело, что если у тебя изучен он или профы нету, тебе нельзя его скинуть. Нахер не добавили, это говно. Бесполезная чарка. Так, слушай, надо написать баг-репорт, это типа 100% баг-репорт. Распылить бы этот рецепт, все. Можно даже на льняную ткань. Да не, ну о том, что типа, ну это 100% баг, так нужно работать. Вообще, кстати, норм тема. Нормальные пацаны пришли разобрать машинку по запчастям. Как в бедном африканском районе. А тут все. А что это у нас Фикси такой стильный? Где? Фикси. Стильный. Да чего здесь стильный? Это пофигу за стильный. Жирный. Не, мне не нравится. Мне я осуждаю шапку, я осуждаю юбку. Да, сам. Да, ну юбка. Поурейда упала. Я не побежал, мне первый раз убило. Уже паладин получается. Ну да, он как паладин выглядит. А это с этого, с острова, что ли, Нет, нет. С рыбака. Ну, говорю, что это Алгород. Да, РБК. В Алгороде такой же есть. В Алгороде такой падает, вы о чем? Там другое на Алгороде. Там другое падает. Нет, там... Мне кажется, это точно такое же. Нет, там ты... Ой,
господи. На Толгороде типа как с подземелья, а это типа как-то... Пати 2, да, там пати 2 падает, которая с классика. Не знаю, я под 5 ппшкам собирал. Сейчас я линкану, господи. Я 226-й шмот у Хэпала забирал. Но ты же паладин теперь. Так я не нашел ничего больше интересного. Вот такие падают на этом. Ой, вот стойте, вот слушайте, цвета. А ну, заманите Роза. Я и забыл. Даже манускрипты новые добавили. Сейчас я надамажу. Ну, все 245, что ли? Угу. Ой, кстати, а слушайте, меня-то тоже заманите. Да, все полетели, купили себе манускрипты. Только манускрипты добавили. А что, налог? Есть что-нибудь? Есть что-нибудь налога? По-моему, 245-м говно. А меткости. Да, двухметкость. Да не, налога там говно. А что вообще добавили? Только манускрипты или все добавили? В весь 245-й шмот. Ну все, кроме сфер, да. А, отлично, спасибо. Кстати, а Карнес уже с этой? С тринькой? Голова, плечо вроде, да, добавили? Карнес, да, что ты без трини? Карнес, осуждаю, получается. А, ну и тринька еще, да. Печать бесполезности есть? А, получается, вот эти еще острее надо. Ну, я зашел, 10к выкину. А на кастерах там что-то хорошее есть? Mm-mm. Понял, спасибо. Ну шо, народ? На арканы, ну, я в таком случае ничего не нашел, типа на лока себе. На арканы, типа инта, прок, не прок, а прожимка, господа. Господа, масло дикое, давайте уже что-то. Не-не-не, там все сдохло. Сказку и лапку. Понял, спасибо. Магам. Кого не хватает? Тюс в рейчат поставьте, кого присумонить надо. Я уже лечу. А у ебас, раздайте. И каску еще помогу. У меня ОД нету, поэтому я не взял триню. Куда ты его деваешь? Да нет, он аут у тебя. А почем триня 245? Все, рибаф. А у ебаф, дайте приста баф. А кто его будет танком у нас? Фиксер? А, фиксер танчи, да. И серед. Ауру может от тьмы вместо льда? Да, мне тебе нужна. Хуй знает. Ну вот, мне тоже так кажется. Стоим, бьем. Да, это мягко. Бля, мне нужно настроить ДБМ. Шаманизм. У меня, короче, ДБМ не пишет, на ком этот дебаф. То есть он пишет, что есть дебаф, а на ком не пишет. Да как вас передамажить? Вы чё, бля, психи, что ли? Геру будем сдавать или на уголона оставим? Да, все, уже детали. Я начал. Ой, бомбот сзади идет. Свистните сзади бомбота, сыграйте быстро. Да, он не дамажит, чувачку ведь. Да, сыкотно. Ну слушай, манускрипт, походу, работает как нужно и не слетает. Я еще не забивал его? Бля, мне телефон звонит, нужно отойти на секунду. Играйте поскорее все, пожалуйста. Войт, Берни. Не Берни, ладно, не Войт, Карас Берни. Угу. Другий раш, первая патча. Играйте в искру сразу, не вставайте. Сыграйте, пожалуйста, мне тяжело в ней играть. Спасибо. Потом поднимите.
Алло. Лонгрис. Прогуляйся чуть-чуть. Че, Лонгрис нормально все ушел. Выскрыл. Ребят, ну по-братски, ну. Карась, снова не нажимаешь дубовую. Здесь надо? Ну просто я не просаживаюсь, поэтому... Везде, везде надо, когда что-то дамажит АОЕ. Ну ты уже души начинаешь. Я теперь буду следить за друидами. Ну дай, дай гимн, пусть отдам. Когда он же умрет? Че, пацаны, Алгалон умоется своими слезами? Так мы же уже полутали точек. С 25-ки нет еще? Да. Когда? На натуре полутали? Да. Не помню. А нулин кони. На позапрошлом когда. Ну блин, давай сейчас после босса. Ой, хорошо разлили, ребят. И что это? Ну давайте посмотрим. Исполине. Ну, я БГП, блин, 300 дал за такое. Ну да, карась. Исполин, сорян. Правда, это, блин, ненормально уже. Корнес, ты сейчас тоже вынеси, главное? Да я-то вынесу. Это я разлил? За меня не волнуйтесь. Да, я все вижу разлил. Хотя бы. Мне даже не показалось, что на мне это. Блять, из меня вылезет сейчас. Сыграйте по этой поискре. Капец, прикиньте, это второй осколок уже упал. Нам нужно всего 4. Больше нихуя не будет. Тише, нет, не карты. Подожди, я в рейд-рейд все время смотрю, у меня даже не показывалось, что... Да не ты, карась, исполин разлил. А, кого я разлил? Нет, исполин, карась, нет, карась. Это карась. Это путаете. На мне искра была вообще-то. Да, на исполине был крестик, а на карасе был череп. Череп это лужа черная. На даже карасе метки был. Не было, блин. Я в ахере. У тебя ДБМ залагал, релогни. Так дебуф нужно смотреть, а не метку. Не знаю, не было метки, серьезно. Причем, если у нас 4 ДБМ поставила метки. Не знаю, ДБМ еще орет на весь экран. Типа, метка на вас, съебись куда-нибудь. Из страны. Не, это на карасе было. А, слушай, нету у нас умоется слеза. А мы же прошли его в прошлый раз. Нет, этого. Мы его просто убили с первого раза. Там не умирать никто не должен. Да никто не умирал. Да умирали, умирали. Пару человек БР раздавали. У него уже третья грудь, это, кстати, донт. Хорошо, поставишь там сокеты на силу. На ПВП. ПВП использовать будешь, короче. Да не, зачем? Ну, но новый, когда будешь себе нонсет брать, короче, когда перекап реса будет. Там ПВПш, о. Там ПВПшная 250, там 251-я ПВПшная грудь, зачем нет, ее... Нет, ты будешь просто этот, по-разному, короче, на этого босса критовую одевать грудь, на эту типа интовую, на эту силой, короче, нормально. Я тебя на саценты посажу. На что? Будешь извечки мне скидывать. На бутылку. Не, на бутылку не надо. Да он мой хейтер, смотри, он специально, он душит меня до самого конца. Сейчас мне еще какую-нибудь роль ответственную даст, чтобы я, типа, груз ответственности почувствовал и заслакал, и получил ГПшку лишнюю. Типа, мне в бульдуаре нужно предельно осторожным быть, типа, с донтом. Бля, единственный босс, где можно умереть, это на Калагарне, бля. Ну, слушай, типа... На роботе еще. Я на Алгалоне в прошлый раз его заправил. Хотя, оказывается, еще на роботе можно умереть. Да везде можно умереть, типа... Главное желание. Тут видишь, тут просто лужа падает, я моментально из нее выхожу, хотя она не дамажу. Типа тактика соблюдения 90%. Блядь, 190, извините. Бля, теперь макрос. Паладинов же починили, да? Ну,
АОЕ урон теперь есть. Ну теперь буря дает печать прок, да? Угу. Но он дает теперь сломанный прок, то есть повышенный. Ну это ладно. Хочется. Кто? Ты? Кто? Это может пускай этот, два ДКшки потанчат? Или типа есть те, кто милики, миликов поводит? Не-не-не, сакра будет, сакра раз. Милики ГП поводит, если что. Кто ГП поводит? Да, и ГП поводит. Неплохой парень, кстати, этот ГП вас. Жалко только, когда он в большом количестве к тебе приходит. Мой лучший друг. Знаешь, альтернатива гостей из Краснодара. Блять, гости из Краснодара, это серьезно. Сложная шутка, я аж не понял. У меня уже такие приходы. Неверу пол делали. Ростовские поймут. Да в смысле? Кто? Мне краснодарские не делали, мне армяне делали. Я хотя не безумный, мне армяне делали. Потому что из Краснодара приехали. Не, ну я этот, я пол сам себе делал весь. Надо типа... это ждать 3 минуты до Геры, пацаны. Да мы пока тактику объясним, пока и это. Рыбку похаваем. Да. И бафнемся. Обсудим, как у кого дела. Проверим на всех фласки. Гарки, сокет. Давайте оценивать стиль. Так, шаманизм. Непонятно вообще. Типа вот гном это типа такой абсолютно не палящийся персонаж. А чё у тебя щит перевернутый? Не, вот защит как-то осуждаю прям вообще вот, не в кассу. Потому что я мог... Исполин красивый. Ты не шаришь, это новая мода. Не да, знаю, исполин, он, исполин красивый. Вот-вот классика, но типа вот прям хорошо. Кару, посмотри просто бешеный. Так, смотришь стоп-лут, меня? Стоп-лут. Кто у нас поставит тотем на фаер? У нас много шаманов. Я вообще все тотемы ставлю, всякие странные. Ну, а вообще обычно рестер ставлю. Ну, короче, на фаер поставишь, потому что у нас не будет фаер ауры. Mm-hmm. Так, Фикси, ты тогда первый, я второй. Так, можно дальше продолжать? Нет. Все равно 2 минуты еще. Нет, нет, нет. А бьет по сферкам Невер, Войд. Войд ставит метки. С ними идет вместе Кару и Дрищ. 4 таргета, чтоб сферки улетали вообще, чтоб их никто не видел. Звезды, в смысле. В какой все, момент? Пошли я туда потихоньку. Что? А, ты... Вот как киллшот кинул в нее, вот тогда можно ставить метку на другую. Так я ж не метку, где-то в Void ставит метку. Да ёпс. А, ну, кстати, да-да-да, в Void все чист, пусть он ставит, да. Этот, я просто с третьей сферы уйду, я начну водить, потому что в прошлый раз были проблемы с этим. Еда, пожалуйста, покушай, пожалуйста. А что этот, мы поставим миликом хоть на кого-то метку, или будут пускать нет, как хотят? Пусть как хотят. Ну, они тогда будут плохо стоять вместе, типа, им нужно кучно стоять в одном таргете. Рос, мы, ну, пусть разбираются. Ну, это такое, типа, ну, блин, бегать за меткой. Нет, бегать в метке. В одной метке. Да, 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 тут не в этом дело. Именно стоять в одной точке, а не суть за кем-то бегать. Кто у нас там самый сильный в Миризоне? Корнесу давайте дадим. Да не, хилу давать, метку это фигня. Все, ладно, Дон замолчал, он злится. Все, не надо, тихо. Блин, кого он лета обычно, подожди, блин, забыл. Когда Дон молчит, он злой, значит, типа. И когда Дон говорит, блядь... Первый фикси? Первый фикси? Да, первый фикси танчит. Кулак, у тебя кулак есть? Кулак есть. Ладно. Все, давайте еще один арчик, да, пуляем. Метки РТД возле мили стараемся сильно не стоять, не раскидывать им лишние кары. Милики к одним компом смотрим, по всем сторонам не бегайте. От ноги к ноги гуляйте.
Давайте добавим пол. Что, с первого раза убьем? Да, да, да. Никто не умирает, ачивку делаем, ребят. Я ачивки люблю. А разве мы не поутали эту ачивку? А, и звука на идеальный есть СС на тебя? Есть, есть, есть. Все хорошо. Готовимся, пацаны, за Асгард. А в центр его поставь потом. Офнули фут. Есть. Чуть бы не отъехал. С самого начала. Зони умирает, аккуратнее, две взорвете сейчас. Созвездие. Последняя. Кара, ВРДД 2. До портала убил? Да, 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 да. А, Хрипатова. Войд, ты по Хрипатому, Карас, по Вовбро. Убива... В одну и сыграете какую-нибудь. Хрипатов, вставай. 5, 4, 3, сейчас взорвется. 2, 1. За боссом портал, в него заходим. 4, 3, 2. Я дам по выходу Мастокром. Угу, давай. Кара, отошли. Дайте приста баф на ХП. Вы умрете. Мелизон, звезда. Массакру. Гим на ХП. Да там ты чё там было? Оп, флут, потом это обсудить. Оп, нули флут. Почему у нас не появляется созвездие? Давай. Не знаю, все хорошо. А, да, вставай. По боссу? Шаманизм поднять. Блять. Так а зачем так поднимать? Кара перебежали. Очень много дырок лежит. Всех сейчас заберу. Так созвездий нету просто. Да, просто бьем. Пять, четыре, три, берегитесь. Один. Карл, отошли. Спрятались. Босса, всех боссов, босса в центр поставьте, созвездия новые появились, аккуратнее. Сакра, 20 секунд. Берегитесь. Пару. Донт есть АТ? Да. Возле караса поставил. А, ты рядом, где-то. Ромбик. Забирай. В центр поставьте его. Все в центр сбежали, чтобы не провалиться сейчас. У меня есть сакра. Берегитесь. Кара, кара в центре. Все в центре кара. Дал сакру. Блять, вот почему он прям перед лицом появился? Все, стоп флут, потом мы тебе объясним. Ой, случайно забрал его, ну. Наверное, очень хорош. Ну я там этот выжил. Кара. Просто на самом краешке был.
4, 3, 2, 1. Ты знаешь, как страшно было? Заходим. Снова забежали. С первого раза. Да, но не без смерти. Ну да. Блять, вот в конце просто пиздец, она просто появляется, я вот ровно на краю появляюсь и проваливаюсь. Ого. Ого. О, дали ачивку. Мама, ну что? Да. Давайте всем говорить, что мы не умерли. Давайте всем говорить, что мы не умирали. Я не умирал, бля. Я тоже не умирал. Я тоже не умирал. Бля, еще и скула. Я тоже не умирал. Ой, красиво. Ой, красиво. А до тем, кто не умер? Сколько, сколько осталось? Один осколок остался. Ну, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Нас слишком куда-то ушло, бля, закроешь. Что ты орешь там, Донт? Да я что-то сам себе осколок не отдал. Ой-ой-ой, я бы тебе... А, ну ты соло потанчишь это собрание. Нет, ребят, вы большие молодцы, вот кроме тех, только кто... Только вы диспельте с Фикси, потому что он сам себя не может. 5, 4, 3, 2. Фу, господи, ну кастерский посох с РПБ, там вообще за херня. ДБМ забагался, у меня сейчас этот суровый удар кастовался. А, тем, кто умер, тем не дались ачивки. Ну да, это индивидуальное. Понятно. Далась, далась. Вау, а тебе-то зачем оно? Там, по-моему, что-то с хостой, но я не уверен. Не, там этот арп. Колечко. На инх, зачем оно? Арп кого-то хочется брать. Нахила плащ вроде. А, ну тут может быть. Ой, слушай, а можно я тогда себе заберу лучше, если ты нахила? Потому что я все-таки хилю, а ты нет в рейдах. Давай, спасибо. Так это можно легко поправить, слушай. Меняйте. Не-не-не, я лучше сам похилю, чем это. Так, вытягивание крови, нужна к нему эта вот хрень? Да это выбрось этот мусор, плюни на него и иди дальше. Согласен, пусть останется там. Из этой херни я не разобрал машинку. Это ужас. А, это тот же самый рецепт? Да, он тебя преследует. Мразот. Нельзя вообще рандомному отдавать челику, у которого тупо есть профа? Или если так он... нету. Да, да. Так она же без ГП. А, ты идешь... Она у всех есть уже, эта чарка. Потому что ее так вначале и скидывали, чтобы просто робота распылять. Типа всем подряд. А сейчас она у всех есть, и никому ее нельзя отдать. А тем, у кого нет профы, ее тоже нельзя отдать. Вот я понял. Надо было это... стратегически одному ее не учить, а тупо продавать. Блин, мы так не подумали. Могу в следующий раз ретником ходить, у меня там есть. А, у меня там, по-моему, тоже уже есть, блядь. Придется наложение чаркачей. Кстати, Дон, хорошие новости. Я начинаю уже делать остров на пале и докачал профу. Скоро у нас будет чарка на оружие. О, какая. Только я посчитал, что тебе на самом деле невыгодно ловкость. Почему? Потому что тебе чарки дают больше. Типа сокетиться нужно на ловкость, потому что, ну, сокет на ловкость и сокет на АП, они плюс-минус одинаковые по статам, хотя бы, официально. А ловкость не дает человеку? Крит еще сверху. Крит даёшь, да. А, не, а чарки просто, например, тебе ловкость даст чарку 30, а АП там 56, например. Я скажу тебе по секрету, мне просто 60, не нравится 66. Красное свечение. Мне не нравится красное свечение. Так, рыбка есть. Это я тебя понимаю. Все намного проще, за драмандики никакой нет. Ну слушай, ну крит все равно полезен. То есть, типа, эта чарка, она будет, ну, хорошая. Типа, в каком-то минимальном аспекте она будет проигрывать. Но, типа, за счет того, что у меня и так весь шмот кольчужный, типа, чистая ловкость не повредит. Тем более, что у меня сейчас в рейде 60% крита. А, типа, с этими чарками будет там уже около 60%. Где ваши БК-фласки? Нигде. Нахуя БК-фласки в льде? Осуждаю, конечно. Чтобы быстрее закрыть. 300 голды, да нафиг. Слушай, хорошо, что не 600. На X2 мы по 600 покупали спокойно. И сапроты были по 400. А тебе нужно было на рейд где-то сапрота 4, чтобы поперепивать на разных боссов. Рода, подожди, кого в канал пул? Тихо. Прям.
Все, да все, все, я уже дал на пол. Какой тихо? Ты я ж не это, ты ж ничего не озвучил, так типа дал ДБМ пул и погнал, я типа даже не забудь. Не забудьте диспелить с фикси. Я про этого. Я дал чек, а потом ДБМ пул, все правильно. Да, я про то, что этот. Не сказал, кто танка, я типа не успел словиться быстро. Пришлось на ходу его рожать. У нас есть ТКшка в Т4, кто нам еще нужен? Чего-то не вопрос, ну типа. Ж не про то. Капец, твои монстры уже половину снесли. Дальше больше. Дальше он умрет. Этот, кто у нас первый забирает, что второй? А, первый Ой. Забирает. Первый забирает Невер. Давай, заберешь. Если нет, я по тебе ПГП. Слышишь? Не, тихо, босс, брат, вперед. А второй забирает Анон босс. Пиздец, бот, нахуй, наехал. Все разбежались. А можно просто умереть, а ГП меньше? Ну, та же самая соточка. Сука, ответственность-то какая, блядь. Диспел? Отлично. ДКшка на самом деле вообще классно, он зеленью просто ловит каст и все. Вообще его не чувствует. Прохил. Вы умрете. Тактика, можно умереть от незахила. Но хилам-то ДГП не дают. Дом тотем, исполин гимноману. Блин, я далеко. Спалин отдал уже. Топать будем? Да успеем, наверное. Сейчас краски нет. Прям лагаю. Все. Стойте. Ублюдка кинул. Смысл? Ладно, Невер, забирай просто так. Ну добейте, ну это же 20 тысяч. Забирай. КДшку и сразу на пол. Прям стой на месте, он никакой не ужин. Я забрал, я не знаю, почему на него облиц. Да тихо. Где это фикси? Диспал. Ну да, гроб пишет на фиксе. 100%. Угу. А у меня таргет нейвер. Да, у меня тоже. Дистанцию набрали? 5 секунд. Отойдите от меня. 2, 1. Можете даже не забирать. Массакром. Была уже. Слишком долго он уже. Да, сильно большой урон по рейду идет. Сейчас. Потейте. Я блок нажал, не знаю, что нажался. 7 секунд у вас, 5 секунд у вас. Добиваем, все бьем. 1 секунда, все, я убегаю. Не, упали. Че это было вообще? Ты поздно заанонсил эту вот хуйню, что типа не надо забирать. Я сказал. Да не суть, все равно у тебя была какая-то проблема с этим. Ну я понял, но... Почему он смог упал? Сложный босс получается. Там не разбежались люди вовремя, во много таргетов прилетело очень. Чего уголовно закрыть с первого трая, собрать деньги. Это сложный босс вообще-то. Килограмм сложный, вот. Ну слушай, если бы была руна, мы его бы сложили вообще, типа, даже я бы не успел умереть. Килограмм, да. Босс. Ну понятно, нет, тут не в этом дело, имеется в виду, что он в лужу прям закинул эту руну, а если бы он вне лужи ее кинул, там бы урон просто. Я про синюю руну... Ой, слушай, Войт, ты что, ты не слышишь меня, походу. Все знаем, слушай, ну, что, ну уже...
Да там просто одновременно он кинул синюю и зеленую. Я говорю не про это. Я говорю, что если бы была синяя лужа, мы бы убили быстрее. Это просто было типа, вау, мы крутые, а не так. Да нет, просто лужи в луже получились. Ой, блядь, нахуй. Так как мы могли бы убить быстрее, если мы не убили? Донт, убивай, просто убивай всех. Да не, ты чё, просто лужа в луже была. Да, согласен, просто синяя лужа в зеленой была. Получается лужа в квадрате и квадратная лужа. А что, лужа в лужу попала, да? Чё, а это Невер наколдовал. А что, корень из двух луж в квадрате, это вайп? Это ГП. Добиваю две. Это корень квадратный. Да, идет. Войт решил, у кого он это ГП Малгрейму за то, что он так кидает, да. О, согласен. Добиваю две. И звука одну минуту пива написал. Одну минуту пива? Короче, Изука, сыщи штаны, погнали. Изука говорит, за одну минуту пип, то говорит, да. Дрыщ, у тебя не настроен этот... БК-фласки, а? Ну, у него просто пишет... Все нормально, один эликсир. Пишет, один эликсир, это значит БК-фласка. Угу. А, ну, с Изукой... Что у вас? Изука пипи пошел. Минута прошла, не успел прийти ГП. Слушай, Корнес, дай мне эту третью ауру, я прожму мастер-ауру. О, не третью, это четвертую. Массакру, короче, оставь на ласт-фазу. У меня сейчас так и на пул упадет. Да мне кажется, он не умрет, и он здесь стоит. Если его одного нет. Я отменяю на пул. Так давайте я заберу ему за первую победу. Зачем? Нет. Зачем? А как ты заберешь? У тебя таунт есть? Ну нет, агры наберу, блядь, все. Ну а как ты заберешь с агры набрав? Ну в боб дадут в этого фиксировать. 15 секунд у меня. Ну короче, не хотите, как хотите. Сейчас 6 у меня секунд. Хорошо. Сейчас дайте секунду набрать. Да, все, дал. Тотем в центр Дом. Поставили. Сейчас здесь пол. Это же бурсить с пула не надо, типа получается. Не успевает бурсер крыться. Отводи. Дистанция. Тоже отошли всем. Между собой раньше тоже держите. Там дирамбик вообще никого нету. Поэтому все в одну сторону убежали. Я приду к тебе сейчас, извини. Спасибо. Чтоб тебе скучно не было. Сейчас руна будет. Бики. Аккуратней. Дон, накаркал теперь всего для тебя. Ну, тоже между собой раньше держу. Что там по хп кто-нибудь раз скажешь, когда стопать? Дайте ману. Где он устроит? Давайте уже пристопнем. Упал сервакель, у меня просто подлагивает. Стоп. Подлагивайте. Стоп ДПС, короче, я ничего не вижу, ну, толком. Что, добиваем? Что, добивайте? Икс прихил. Рейд поднять. Забирай.
Невер, ФД, на пул сразу. Керу. Вы уже встали, Невер, не вы уже. Так, так, бей просто, да и все. Дольше идти больше. Я не понимаю, что, короче, с этим боссом. Да, он сломан. Не важно. Просто, просто бьем. Да нет, но он сломан. Разбежались. Рэнч. Кого летит? 7 секунд. 6. У меня летит. Отлично. 200. Одна секунда. Не дня, говорите. Слышишь, Фикс, он с тебя давал только что энергетически, или он прервал его? Да. Короче, ладно, засумоните меня потом. Шарит. Да нафиг, я только пропопался. А по дрону мы сильнее, получается. Суманите. Ну, бля, сейчас самое страшное. Давайте будет. Диск просто по приору отдам. Кто-нибудь киньте на него что-нибудь. Фигитл забирает, получается. Активный рейд? Да можете не кидать, я его забираю. 500 гп давай сверху. Ой, а ноги нужны, кстати. Вряд ли, конечно. И ступни давайте тоже. Забыл, на распыл. Не, ну на распыл я себе забираю, как раз потом скину. Ноги, если никому не надо, я бы нового спек взял. А обмен дашь мне просто? Угу. Давайте нам еще с Коляна нужно выбить.